Всем привет, с вами Неломоб. Мы сегодня поиграем в игру под названием Крикс, что в переводе означает скрипеть, либо скрипение какое-то, скрип. Такое странное название игры. О, что-то там пишут сверху. Хорошо, пошло. Пошла жара. Приятного просмотра, впервые играю в нее. Поддерживайте лайками. Сделаю плейлист, ссылочку в описании добавлю. Там будут у меня собраны все серии. Итак, нажмем, давайте. Новая игра, да? Это вот главный персонаж, который мы будем играть. Вот такого, как вы видите сейчас на экране, все нарисовано от руки. В такой стилистике будет вся игра, я так понимаю. Я смотрел скриншоты уже ее. Так, что-то там мы читаем. Это я сижу в своей комнате, сушу вещи на батарее, что-то я вычитываю. Судя по всему. О, пью какой-то чай, либо кофе. О, что-то произошло со светом у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то барахлит лампа. Двигаться стрелочками, понял? Так. Space. Чикс, лампочка барахлит. Ай, горячо. Куда взять тряпку? Space. Думает, что делать. Читает что-то. А, лампочка перестала моргать. Что-то лампочка выделывается. Что, опять ее дергать? Давай опять ее покрутим. Сейчас как шарахнет его. Надо включить сначала. О! Что с обоями произошло? О-о-о, обои отвалились. Идем обои. Попробуем. Попробуем. Обратно заклеим. Все, никто ничего не видел. Так. Что, идем еще дальше читать, учиться. Да что такое с этой лампочкой? Сколько может повторяться? Лампочка, не балуй. Чик-чик-чик. О, боже ты мой, я так и знал, сейчас как шарахнет. О, это что за... Как это так? Ничего себе, у него шторы. Обои. Это что, какой-то... Это самый ужастик? Там какая-то дырка за обоями, какой-то проход, какая-то дырка. Тихо, туда можно... Может, что-то можно еще схватить с собой? Нет? Нет, только туда есть вариант у нас двигаться. Комнату все посмотрели? Робот вон на шкафу, глобус, там еще какие-то подводные штучкенции, корабли, книги. Ну, красиво нарисовано, конечно, так. Самобытно, да? Опч. Помните, игра была Машинариум? Так это тех же разработчиков игра, чтобы вы понимали. Клоц. Опа! Фонарик имеется у нас. Ну, пошли. Вернее, залазим в дырищу. Походу, такой типа какой-то хоррор. Какие-то непонятные у нас тут пока что делишки появляются. Так, идем. Лестница. Что у нас там внизу? Что у нас там внизу? Камушек. Ой, глубоко. Лучше... Ой, боже ты мой. Ничего себе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, держаться, держаться. Лестница, фонарь. Ай-яй-яй-яй, цепилась. Надо туда, наверное, дернуться. А нельзя за фонариком вверх? Не-не, как-то прыгнуть нельзя. Пробел не прыгает, нет. Ладно, да, и лезем вниз просто. У нас единственный вариант. Больше тут никаких других вариаций у нас нету, к сожалению. Куда это я какое-то подземелье спустился, господи. Где на... Куда... Боже мой. Тут хотя бы поярче. Ничего себе! О май гаш! Ничего себе подземелье! Огромный мир. Гигантский. И я вон ползу сверху. Маленький, как муравей. А, просто гигантский мир. Офигеть. Ну, ползем. Ползем, ползем, ползем. Как он смешно с это слазит. Тик-тик-тик. Там какие-то клешни, какие-то колеса. Не клешни, а эти, как его, разводные ключи, либо гаечные ключи. Что там такое было? Грабли, какой-то склад старинный. Вниз. Вверх нельзя, вниз. Ну, пошли вниз. Вот эти клешни не двигаются почему-то. Вперед и пробел. Оп, перепрыгнул. Наверх. Наверх, наверх, наверх. Ползем, ползем. Скрипит. Слышите, как пробел. Опа, я сцепился. И что? Сковородки. Бери сковородку. Нельзя. Тут заколочена лестница. А что, зачем я сюда спрыгнул? Не знаю, ребят, зачем я туда спрыгнул.
Чайник двигался. Тут как-то... Ой, там тоже чайник двигается. Оно тут везде двигается все. А что мне дальше делать? Куда идти? Вниз? А, вот здесь вниз, что ли? Пробел. Что здесь? Наверх. И куда это я приплыл? Там, где было у меня заколочено. Вниз спрыгну. Куда это я закарабкался? Куда это я пришел? Можно вниз, можно наверх. Ну ладно, допустим, перепрыгну. А зачем? Давай вниз. А зачем я сюда? Ой, 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 провалился! Держись, держись! Держись, держись, держись. Падать не надо нам. Куда мне тут идти? На самом деле непонятно сейчас. Вниз, прыжок. Перепрыгиваем. Вниз, прыжок. Надо вниз, наверное, спускаться мне постепенно. Все ниже и ниже. Ой. Кто там ходит такой здоровенный, судя по всему? Аж вся эта вот локация трясется. Офигеть, какой-то здоровань. О, платьице. Ну, платье мы не носим. Так, и что? Прыгай. О, я спрыгнул. Платьице, платьице, носки. Кто-то одежду сушит вовсю. Прыгивать я уже умею. Я, кажется, как будто бы какую-то паутину потревожил. Кто-то... О, собака внизу! Реально собака! Собака! Убивака! Железная, причем. То есть нам туда нельзя, но как-то ее отвлечь? Правильно понимаю? Как мы можем собаку отвлечь? Она же здесь меня сожрет. Ой, бежим, бежим, бежим. Ну, бежит, и чё? Ага. Типа, кажется, я надурил. Быстренько, быстренько, быстренько. Вниз, 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 вниз. Я её надурил, ха-ха. Я надурил собаку. Я ее обманул. Вернее, ввел немножко в заблуждение. Она подумала, что я там её к заде обошёл. Ух ты, воздушного змея кто-то запускал. С вас кто-нибудь запускал хоть раз воздушного змея? Я ни разу в жизни, честно говоря. Хотя я когда ходил на стадион, бегал. Видел там детишки, запускаю. О, еще одна собака. Тихо, 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 тихо. Гавкает. Значит, нам что надо делать? Вниз спуститься просто, попробуем. Так, что здесь? Могу ли тут закарабкаться наверх? Запрыгнуть? Нет. Я сюда, наверное, могу спрыгнуть. Собаку сюда заманить, спрыгнуть. Собачка, давай за мной. Она не бежит за мной. А что она за мной не бежит? Эй. Бежит, бежит, бежит. Обманываю ее. Обманул, дурочка, на 4 кулочка. Нет, 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 она меня заметила. Фух. А тут что? Подождите-ка. А, ну как-то надо поднять эти веревки. А, тут рычаг, вот он. Все, поднял. Обратно не надо, обратно не надо. Надо повернуть. Все, теперь надо как-то собаку снова отвлечь. Эй, собачурка. Собачка, я тут. Эй! Оп, загрелась. Так, вниз, оп. Уходим, уходим, уходим быстренько. Прыжочек, оп. Наверх, наниз, пошли вниз. Собака нас преследует, уже вторая. Откуда эти железные собаки? Так, что здесь? Удочка, какой-то похожий рыбацкий костюм. Подковы. Там какая-то доска подозрительная. Почему надо, надо как-то посмотреть, Space. Ага, собака. Собака охраняет спуск вниз. И там почему-то такие бантики разноцветные. Это воздушный змей должно быть. Да. Что мы можем сделать? Ну, пошли наверх. Пошли, вернее, поползли. Нам надо вниз спуститься. Так, тут у нас собака. То есть это игра такая головоломка, поняли? Такие всякие головоломки нам придется отгадывать. Так, спускаясь здесь, заманиваю собаку, поднимаюсь вверх, а дальше что? Тут надо подумать. Спускаясь вниз, собака бежит ко мне. Поднимаюсь вверх. Спускаясь вниз, заманиваю собачку. Эй. Заманиваю собачку. Так, закрываю собачку. Так, спускаясь вниз, заманиваю собачку. Сюда. Так. Поднимаю. Закрываю собачку. Все, я ее там закрыл, поняли? Она теперь ко мне не доберется. Так, подковы сыпятся.
Кто-то там постоянно тупает. Кто там тупает? Кто там стучит? О, ничего себе тут такой. Это либо клешня какая-то здоровенная. Как стукнет. Либо это хвост чей-то, я пока не понял. Что-то такое. Так, чешет свою соломенную голову. Идем вниз, идем. Куда идем мы с пяточком? Сохранение сработало. Пока что не сложно, но это первые головоломки. Должно быть, потом будет сложнее. Так, собака, привет. Ой, я, кажется, ошибку сделал. Она даже не подходит, просто гавкает. Ой, я вниз убежал от нее. Тут тупик, а здесь как быть? Просто вниз прыгнуть. Так, вниз еще раз прыгнуть. Что там за цветок такой? Там какой-то цветочек внизу. Что за цветочек? Space там писала. Его двигать надо. Ага. Залез, поднялся на лестничку. Так, и что я нашел? Куда я пришел? Я обошел собаку с другой стороны, со спины? Ой, убегаем, убегаем. Ой, нет! Ага, она боится света. Собака боится света. Ага. Она... Ой. Опять там кто-то буянит. Клешня здоровья. Ой, боже ты мой. Лампочка, он разбил лампочку. Ой, божечки, сейчас меня собака покусает. Надо от нее драпать, походу. Спрыгивай, прыгай. Так, она вниз не спрыгнет, надеюсь. Так, что здесь у нас? Две собаки. Подъемчик, подъемчик наверх, спуск вниз. Собака, подъемчик. Так, пробуем. Собаку сюда за собой тяну. Так, одну обманул собаку. Как вторую обмануть? Должно быть вот так. Вторая собака тоже была обманута. Ой, вниз, надо просто спрыгнуть вниз. Разворачивайся же. Оп, быстренько, быстренько. Оп, все. Все, собачки, прощайте, дорогуши мои. Прощайте. Так, здесь что, надо покрутить. Мост сделал. Тут я наверх не могу зацепиться, правильно? Могу по лестнице наверх подняться и включить тут что-то. Какой-то включатель, что это такое? Свет. То есть я здесь могу прятаться от собаки. Так, должно быть, мы должны что-то притащить, какую-то тумбочку. Привет, собака. И чего? И чего? И что я сделал? И что я наделал? И что я сделал? Что я наделал? Собака гавкает. Собака гавкает. А я как мне теперь от нее, как ее обмануть? Теперь мне ее отсюда убрать? Я, кажется, что-то не так сделал. Может, мне надо было открыть мост, чтобы она вниз свалилась, когда она бежит, чтобы она упала вниз, собака? А ну-ка, я, кажется, затупил. Пускай она меня съест, а ну-ка попробуем. О, все, съела меня собака. Так, мы от моста начинаем. Лампочка здесь неспроста. Заманить сюда собаку, включить свет? Тут два варианта. Либо мне нужно собаку сюда заманить, включить свет, чтобы ее сожгло светом. Попробуем. Собака, поехали. Мост опущен, беги за мной. Ты бежишь? Ты бежишь или не бежишь? Поехали. О, бежит. Хорошо, железно. Тут где эти железные собаки взялись вообще? Так. Так, сейчас включу свет. Она превратилась в тумбочку! Я собаку в тумбочку превратил! Прикол. Так, подожди, но мне интересно, что с той стороны еще можно было найти. Наверх подняться в любом случае. Ясно. А здесь что? Я превратил собаку в тумбочку. Куда это я? Я мог двумя путями пойти? А тут закрыто что-то. А это не могу поднять. А как эту веревку поднять? Тут нет никаких рычагов, ничего нет. Может, потом какой-то я рычаг дерну там, где... Наверное, я поспешил. Наверное, мне нужно было вот здесь какой-то рычаг дернуть. Подняться здесь наверх на тумбочке, там что-то... Так, подожди. Наверх. Вот здесь, наверное, какой-то рычаг был. Тогда там откроется калитка.
Куда я спускаюсь? Вот собаки тут меня поджидают, коварные. Приковарные. Собачки, собачки, собачки. Так, свет, лампа. Space, пробел. Получен достижение ценитель искусства. Картина. Ух ты, какая. Ничего себе. Воздушный змей. Вы видите то, что мы тут... Ух ты, гляньте-ка на картине. На дереве какой-то чувак сидит, похожий на ворона. Наблюдает за парочкой, которая запускает воздушного змея. Ctrl нажать. Ctrl. И что? Это музыкальная как будто бы картина. Музыкальная шкатулка. Интересно. Я в жизни еще ни разу не видел. Такая рамка, как будто бы в золоте. Но золото такое потресканное, старинное. Такая вот мелодия. Вот такая вот штучка. Такая вот картина. Так, это мне даже какое-то достижение, наверное, с теми засчитали. Спускаемся вниз. Лампочка, то есть свет. Нам нужно как-то сюда собаку заманить. Включать, превратить ее в... Ай! Я думал, там включу сейчас свет. И убежать успею. Так, ладно. Не успею. Заманиваю ее сюда, бегу. Включаю! Ой, успел. Я думал, что эта лампочка должна загориться у меня. Ладно, все хорошо. Есть у меня тумбочка. Что мне с этой тумбой? Ага, понял. Тут две лампы. А зачем вторая лампа? А-а-а. Когда у нас подсвета уходит. Вот вы поняли? Я не знал этого. Ладно, теперь буду знать. Я не знал этого. Ладно, теперь буду знать. Надо побольше света включить. Вот так, допустим. А она же здесь сейчас превратится. Наверное. Как мне тогда справиться? Ага, да. Я не понял. А как мне тогда делать? Как мне посередине свет еще сделать? Вот это, конечно, поворот. Мне нужно как-то заманить ее на ту сторону. А как мне на ту сторону заманить? А, ну с помощью опять-таки света. Мне нужно где-то свет включать, и чтобы она как-то... Чтобы я с друг... Ага, ну, кажется, я понял. Так, ладно, давайте вначале вот так. Это понятно, тут других вариантов нет. Сначала вот это нажимаем. Так, превратил... Видите, кабель синий, он сюда тянется. Превратил ее. Перелажу. Значит, нам нужно сделать так сейчас. Нам нужно вот эту сейчас... Ее тумбочку подтянуть под эту вот лампу. Вот. Теперь я могу, в принципе, синюю, наверное, отключить. Вот. Теперь будет собака на меня бежать. А я должен буду... Этот рычаг должен был, буду включить. Поняли? Но для того, чтобы я 100% успел, я могу уже еще дальше подвинуть. Вот так. Все, на самый краешек. Теперь я отключаю красный рубильник. Собака появляется. Вот она идет, а я сейчас включу тут ей свет. Сейчас я ей устрою веселую жизнь этой собаке. Иди сюда, собака. Иди сюда. Не видишь меня, что ли? Пошли сюда. О, видишь. Бомц. Опа. Все. Я догадался, как это проходится. Вначале тупил, но хорошо, что я быстро догадался. Все, на тумбочку. Наверх. Интересно, уже немножко сложнее головоломки, согласитесь. Чуть-чуть сложнее уже. Всего лишь 15-я минута игры, 18-я. Так, лыжи. Ой, лыжи, ой. Подскользнулся. Собака, две собаки. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, одна лампа есть. Кто их включает, эти лампы? Не понял, кто-то меня спасает. Кто их включил? Так, я обтряхнулся. Я не знаю, у меня есть всего лишь один вариант тут событий. Один включатель. О. Ха. А, это кнопка была. Ага, на полу кнопка, видите?
А. Собака сама наступала на кнопку и превращалась в тумбочку. Думаю, как они превратились? Это как бы подсказка нам от разработчиков, что сейчас надо будет где-то использовать кнопки уже таким образом. Чтобы вот, где-то вон кнопка вон сверху есть. То есть подсказочка от разработчиков. Про кнопочки. Опа. Тумбочку на кнопку. Тумбочка это собака, вы поняли, да? Тумбочка это собака на самом деле. Прикольно. Классно, правда? Интересные головоломки. Так, собака. Как работает кнопка? Внизу зажигает. Угу. Нам нужно внизу превратить собаку в тумбочку. Как? Или эту собаку сюда на кнопку поставить. Или приманить сначала собаку сюда поближе. Так, допустим. Превращай в тумбочку. Иди сюда. Нажимаем мне на кнопочку. О! Так, все. Так, а теперь что? Что с тобой теперь делать? Нам нужно, чтобы ты мне нажал на эту кнопку, да? Чтобы мне превратили здесь тумбочку. Понял. Иди сюда. Нажимай мне на кнопочку. Есть, все. Все простенько оказалось. Я даже особо не напрягал, честно говоря, мозги. Но как-то само все разрешилось. Так. Прикольненько. Идем дальше. Так, здесь что? Собака, две кнопки. Если наверх оползу. Так, это максимально. Есть возможность вот так еще здесь. Ух ты, там много собак. И внизу вон собаки. Скелет он шевелится, там где две собаки внизу. Ой, сейчас подумаем. Значит, мы видим две собаки по бокам. Одна здесь. Можем нажимать на кнопки. Нам нужны тумбочки. А что внизу? Для чего? Зачем нам вниз вообще? Ладно, собака, давай ты мне нажимай на кнопку. Смотрим, что с тобой получится. Ведь я туда сейчас спрыгну и все. А, так не получится. Подождите-ка. Сейчас посмотрим, с чего мы будем начинать. Значит, я поднял здесь решетку. Если я поднял здесь решетку с этой, с левой стороны. Ага, либо с правой стороны поднимаю решетку, либо с левой. Хорошо, допустим, вот так. Пускай пока что вот так будет. Допустим, эту собаку сюда заманиваю. Ой, ну кажется, я все проиграл. Потому что я теперь вниз никак не спущусь, да? Значит, с этой собакой начинать неправильно. Тихо, она обратно идет. А, она обратно идет. Она обратно пошла. Но врезалась. Хорошо. Так, хорошо. А как мне нужно? Как мне нужно дальше действовать? Ладно, я пока не понимаю, что как тут будет все. Ладно, эту собаку заманиваю. И эту заманиваю. И спускаюсь вниз. Так, допустим. Куда-то ползу, не знаю куда. Я правильно все сделал, кажется, да? По-моему, все верно было сделано мной. Идем вниз. Так, что там? Что там опять? Ворон! Это не он был на картине нарисован? Смотрите, какая-то ворона. С тросточкой, по-моему. Какой-то ворон, старик. Старик ворон с тросточкой в халате. Вниз спускается. Что он там хочет? А я подсматриваю через щель. Может быть, это он создатель этих всех роботов? Может быть, он тут главный этот самый злодеянин. Злодеянин. Так, что тут у нас? Собака одна, вторая. Одна кнопка есть, вторая сломана. Ну, начнем, наверное, мы с чего? С кнопки попробуем. Привет, собачка. Нажимаем кнопку. Вниз. Оп. А зачем я это сделал? Эй. Ну я в тумбочку тебя превращаю. А, мне надо... Ага, понял. Чтобы она смотрела на меня здесь. Я кнопку не нажала. Так. Это было просто. Это было элементарно. Все. Походу дело разгадал.
Так, лампа. Яркая прила. Так, Space. Еще одна картина? Да, Ctrl. Какая-то музыкальная еще одна шкатулка. И что у нас тут за представление? Молчат. И что? Еще кручу. Еще кручу. Опа! Какой-то... Это цыпленок. Путешественник с рюкзаком. Споткнулся! Цыпленок. О, вот это так представление. Еще накручу. Еще идет. А, пробел! Надо прыгать цыпленком. О, я на пробел должен нажимать. Лягушка. О, лягушка. Перепрыгнул. Кот какой-то. Кот перепрыгнул кота. Вот это, конечно, игра, которую мы заслужили с вами. Топ за свои деньги. О, через какую-то собаку перепрыгнул. Кузнечик, кузнечик. Ой, божечки, кто? Пень, пень. Чайник, чайник. О, господи. Что там еще есть у нас? Какое-то ведро. Какой-то бурсук, ёж. О, дом, милый дом. Я со своей любимой птенчичкой встретился. Мур-мур-мур. Ой, то есть цып-цып-цып. Можно еще раз накрутить. Типа еще раз поиграть в эту же игру? Походу. Ну все, хватит уже, наверное, играть. Камень. Ладно, давайте еще разок я это все пропрыгаю. Кувшин. Еще один кувшин. Так, что там еще у нас? Какой-то... Ведро поломанное. Это похоже на белку. Змея. Что там еще? Покажись. Это похоже на какого-то непонятного. Виноград. Коробка. Такс. Пенек. Мы уже близко к финишу. Ёж, ёж, ёж. Не трожь меня. Еее. Хай. Ура. Тёмки-бомки. Все, мы счастливы. Вот на такой любовной и приятной ноте мы с вами остановимся. Хватит на первую серию. Игра была Крикс, да, называется. Скрипт в переводе. Прикольная игрушка. Я, как я говорил, создам плейлист. Ссылку в описании оставлю. Я там буду собирать все серии по этой игре. Я надеюсь на вашу поддержку в виде лайков, чтобы я как можно быстрее записал продолжение. Вроде бы игра такая головоломка, такая чуть-чуть такая... Ну, процентов 20 какая-то такая в жанре хоррор. Я им сказал, что сильно страшная. Больше такая игра-головоломка. Прикольно. Все, уходим. Главное меню. Да, вот, игра Крикс. С вами был Неломоп. Увидимся в следующем эпизоде или в следующих видеороликах. Всем пока-пока.